здесь, смотрите, все откидное. Я вот, пожалуйста, я захожу в машину, да. Если у меня тяжелый больной, я с этой стороны, пожалуйста, оказываю помощь. Сергиево-Посадская станция скорой помощи получила новую машину. Этот автомобиль предназначен для оперативного оказания скорой медицинской помощи, транспортировки и мониторинга состояния пациентов. Машина оснащена современным оборудованием и подключена к единой диспетчерской службе скорой помощи Московской области в системе 103. Это радость для нас получать такие машины. Во-первых, это комплектация, полная комплектация машины, начиная с дыхательной аппаратуры, дефибрилляторов, все укладки, все сумки, все уже присутствует. Второй радует, это мобильность этого всего, то есть это все создано для нашего удобства. Новый автомобиль – это подарок губернатора Московской области Андрея Воробьева. Автопарк Сергиево-Посадской станции скорой помощи активно обновляется с 2016 года. 2 года назад сюда поступило 2 автомобиля, в прошлом году 4. Ну, а ту машину, которую сегодня мы посмотрели, да, и тот восторг, и те слова благодарности, опять-таки, губернатору за то, что не просто приходит новая машина, да, а важно, что приходит новая машина с новым оборудованием, которое именно и востребовано сегодня нашими специалистами. Вот это важно. То, что сами специалисты просят, то оборудование это есть. По словам заведующего северо-восточным филиалом Московской областной станции скорой медицинской помощи Дмитрия Гулынина, Сергиево-Посадский филиал занимает лидирующую позицию. По укомплектованности нормативы соблюдаются. На 10 тысяч населения одна машина. 258 человек штат, медиков-водителей. Вот, 20 автомобилей у нас здесь. По нагрузке также Посад у нас в лидерах по всему филиалу и даже по области. На одну бригаду за сутки приходится 9,5 вызовов. Вот, при норме 14. На станции скорой помощи новый автомобиль ввели в эксплуатацию сразу после осмотра. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».